Какой глагол vinto? Vincere. 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 Pabiesdat vigret. Vincerò. Imera, pabiedu. Vincere. Vincere. E значит это vinto, да? Причастный правильный vinto. Хорошо. Сейчас нам нужна страница 104, pagina 104. Collegate i gesti alle situazioni. Satni siti, gesti, situaziam. Allora, первый жест, здесь не очень понятно, смотрите на меня. Да, он типа вот так сидит. Ага. Второй жест. У него же вот так руки. Не вот так. А, бе, insomma, в голову. Бе. Второй жест. А третий жест. Не могу, но сильно не могу, но это так. Бе. Allora, читаем высказывание. Первое высказывание. Che bello, domani finalmente parto per le vacanze. Per vadi? Здорово. Sì. Завтра. Завтра. Наконец-то. Ну, опять с каникулами у меня на это. Опять с каникулами, меня переводим. Завтра, наконец-то. Начнутся каникулы. Не начнутся каникулы. Parto это спряжение глагола partire. Что значит partire? Уеду. Уеду? На каникулы уеду? В отпуск. Уеду в отпуск. Джулиан, если не будет, не будешь изучать глаголы наизусть, не будешь в состоянии ничего не говорить. Алло, это высказание к какому рисунку относится? К второму. Верно. Леночка. La polizia, l'incidente, ho dimenticato la patente a casa. Переводи. Полиция, какой ужас. Я забыла, видимо, права дома. Патенты это права? Водительские права, да. Я тоже один раз приехала в офис. Понимаешь, что я забыла права дома? Ну, да, мимо двух постов проехала. Меня не тронули, я вообще думала, Che fortuna! Allora, a здесь какому рисунку относится? Первому. Va bene. Уже в Боронет, что такие читаем и переводим. Marta, esce con Lucio. Lucio. Volevo invitarla io. Sì, accidenti proprio. Marta, выйдешь за Lucio? Нет. Non li видишь. Пошла с Lucio. Ma не пошла. Будешь гулять? Будешь гулять. А, ну, не, не обращайте к ней. Гуляет, Марта гуляет. Гуляет с Лучо. Си? Хотела пригласить. Хотел пригласить ее, я. А, я хотела пригласить ее. Бе. Вале, уже понятно. Окей. А нельзя просто сказать «Валево инвитарло» без «ио»? No, no, senza pensare, ne sto facendo я, повезло ему, а мне нет. Опоздал, бывает. Да. Какой дурак. Пропустил момент, грех. Бе, девушки. Обратите внимание, что здесь у нас есть такие имена, которые произносятся по-другому. В мужском роде Лучо, ударение на У. В женском роде Лучия, ударение падает на И. Лучо, Лучия. Хорошо. Закончим этот урок с порядковыми числительными. Мы пока знаем только количественные числительные, а сейчас посмотрим на порядковые. Читаем высказывания.
Bavi скази, это диалоги, на самом деле, короткие диалоги. Первый диалог, пожалуйста, Джулиана. Che giorno è oggi? È il primo novembre. Beh. Какое сегодня число? Число сегодня primo. Почему число? Сегодня день. По-русски будет какое сегодня число? Сегодня? Primo, bene. Tocca abbratite le mani, devuschi. Na italianskam mi ispolzujem порядkove числительne tolka štobi ukazivat na pierve число mesetsa. I sio. Для всех остальных чисел месяца мы используем количественные числительные. Поэтому не будет 2 ноября, а будет 2 ноября. Не будет 3 ноября, а 3 ноября. Только для первого числа будет порядковое числительное. Bene. Пожалуйста, Леночка, следующий диалог. Vorrei un biglietto solo andata. Sì. Preferenze. Perfetto. Di prima o di secondo? Seconda classe? Sì. Di seconda. Bene. Хотела бы один билет. Еду. Только туда. Только туда. До Фире. До Флоренции. Sì. Первый или во второй класс? Sì. Во второй. Bene. Только обратите внимание, на итальянском класс принадлежит женскому роду. Вот prima и seconda. Bene. Yeah, sì. È la prima volta che vieni in Italia? Sì. No, è la terza volta. Ci sono già stato. Già. Già. Stato per le vacanze. Bene. Per vera. Едешь в Италию? Sì. Нет, в третий раз. Я уже был. Я уже был в отпуске. В отпуске. Там в отпуске. Sì, vabbè. Он Стефана? Стефано, sì. Стефано или Стефано? Стефано, ударение на «е». Dove abita Stefano? Bene. Abita al sesto piano. Sì. Где живет Stefano? Sì. A sesto, шестой. Живет в шестом. На шестом. На шестом этаже. На шестом этаже. Hai cambiato la macchina? Sì. È nuova? На самом деле здесь неправильно написано. Исправьте, пожалуйста. Уберите определенный артикул. Hai cambiato macchina? Без зла? Без зла. Почему? Потому что присутствие или отсутствие артикуля перед существительным после глагола cambiare влияет на значение этого глагола. Раз ты спросила, объясню. Cambiare macchina e cambiare la macchina è da разные вещи. Все зависит от присутствия или отсутствия артикуля per il существительное, который находится после глагола cambiare. E se articolo in stadio, cambiare переводится как заменить машину. А что значит заменить машину? Продал старую и купил новую. Это именно смысл нашего предложения. Если мы ставим артикул cambiare, значит изменить. А изменить машину, значит, не знаю, перекрасить, допустим. Но машина такая же. Если я приношу какие-то изменения, но предмет такой же. Понятно, а?
Cambiare i daci successivitelni bis articula značit izminit, e prasit in izminit, izaminit, cambiare i successivitelni bis articula značit izminit. Пойдем, продолжим. Ты поменял машину? Sí, она... Это новая? Sí. Нет. Это вторые руки? Sí, с рук. Second hand, по-английски тоже есть такое. А, это и second hand. Именно. То есть она не новая как бы, а second hand. Hai trovato i biglietti per il teatro? Sì. Sì, in 40. Quarta. Quarta fila. Sì. Ti нашёл билеты в театр? Sì. Da четвёртый ряд? Sì, da четвёртому ряду. Beh. Sono felice, oggi è l'ultimo giorno di scuola. Beh, stiamo in diretta, non ci slittele, non l'anno. Я счастлив. Sì. Сегодня? Сегодня, папа, последний день в школе? Да. Beh, это не числительное, но это антоним прилагательного первый. Beh. Che cosa prendi, Maria? Sì. Non prendo il primo perché sono a dieta. Sì. Per secondo vorrei pollo arrosto. Sì. Un'insalata mista. Bene. Что тебе заказать, Maria? No, что будешь? Что будешь, Maria? Sì. Ничего не буду. Во-первых, я на диете. No, ma non во-первых. На первое ничего не буду. А, на первое ничего не буду, потому что я на диете. Sì. А на второе буду жареную курицу. Sì. С салатом. Ничего себе, на мисс. С салатом. Значит, суп ей не надо. Суп ей не надо. Ma суп, по-итальянски первое это не суп. Это еще баста. Бень. Но тем не менее, а на второй, видишь, она жареную курицу будет, она на диете. Ну, с салатом же. На а диете спагетти она отказалась. Умница. Какой вообще ладно. Спагетти, между прочим, менее, чем конечно. Смотрите, с каким соусом. Жареная курица, но в любом случае. Ладно, продолжим. Карбонара. Марина. Так, девчонки. Non ricordo bene il nome del papa attuale. Sì. Si chiama Giovanni Paolo II. Учебник староват, Attuale. Нынешнего. Не помню, не хорошо помню. Ну, плохо помню, sí. Как зовут нынешнего римского, да. Так. Его зовут Джованни Паоло II. Бе, уже давно умер. Вы другой, еще другой. Сейчас есть. Va bene. Я его еще прекрасно помню. Я тоже его помню почему-то. Почему-то вот его я помню. Да, вот сейчас вот вообще сейчас не помню не никакого. А вот такого... Va bene, девушки. На следующей странице обратите внимание на последнюю таблицу, где есть именно в порядке список таких порядковых числительных. Аджективы, нумерали, ординали. Они прилагательные меняются по правилам, которые мы знаем. Primo, prima, primi, prime. Bene. Дальше. По очереди. Читаем. Второй. Джулиана. Секундо. Третий. Четвертый. Кварто. Кварто. Пятый. Квинто. Шесто. Бене. Settimo. 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 Оттаво. О, всегда опрошу. Оттаво. Бене. Ноно. Бене, поэтому не надо перепутаться. Нонно. Это дедушка. А ноно. Девятый. Бене.
Decimo. Desiati. Dasce abratite nei magni. Sadina zatava. Undicesimo. Sigdana da dabavi takoi suffix. Esimo. Apiate, taprilagate, menjezza, pa pravi, non cattore mi znaim. Esimo, esima, esimi, esime. Paetamo. Undicesimo et adinazati. Kab budiet dvenazati? Do, tak, do di... Do, do di ces... Cesimo. Dodicesimo. Bene, trinazati? Dodicesimo. Cetirnazati? Quattordicesimo. Pennazzati? Undicesimo. Sì? Sedicesimo. Sì? Settesimo. Diciottesimo, bene. Diciannovesimo. Dvazzati, Marina? Tachoi suffix si da budet dacci. Ventesimo. Dvazzatpiervi? Ventunesimo. Ventunesimo. Ventiduesimo. Bene. Ventitresimo. Bene. Dvazzatvasmoi? Ventotresimo. Ventottesimo. Ventottesimo. Trizzati? Ventesimo. Bene. Centesimo. Sì. Millesimo. Millesimo. Tisecni. Centesimo sotni. Va bene. Allora. Shas po tetradi. Po tetradi. По-моему, последнее упражнение, которое у вас было, это упражнение Элли на странице 75, верно? Да. Значит, о, кстати, мы в понедельник закончим этот урок. Будем, у нас будут еще две странички по учебнику и еще куча упражнений по тетради. И значит, что в среду начнем шестой урок, где тема будет будущее время. Бен. Ба, ма, все равно случай на среду, Бен. А сейчас запишите домашнее задание. На странице 76 есть два аудирования. Есть верхнее упражнение 3. 76. Есть верхнее упражнение 3. И нижнее упражнение 3. Оба надо делать. Но верхнее относится к одному, к одной дорожке, и нижнее относится к другой дорожке. Сейчас скажу. Последняя была 42-я у нас. А сейчас я не услышу. 45-я. Вот. 43 и 44. Естественно, верхняя 43 и нижняя 44. Здесь, что вам надо делать? Заполнить предложение пропущенными словами. Потом, дома еще делайте упражнение М на следующей странице 77. Упражнение М, где надо заполнить пропущенными предлогами. И сейчас делаем упражнение N. Сейчас то же самое. Надо заполнить пропущенными предлогами. Allora, Леночка. Tutte le sere mio padre guarda la TV fino a tardi. Fino a tardi. Переводим. Все вечера мой папа смотрит телевизор допоздна. Beh.
De Cabrie? In, no, ma mosna, in dicembre, mosna, mosna. In dicembre andiamo al mare. Sì. Какой предлог? In Africa. Sì. С кем? С группой? Con. Sì. Un gruppo di amici. No. Delle... Di amici. Di amici. С группой друзей. Друзей это родительный падеж. И здесь действует такое правило. Емкость и содержимое. А, если было кон, тогда дели амичи. А так, если он группа, то ди амичи. Диамо альмаре ин Африка кон он группо ди амичи. Бе. Джулиана. Stasera Francis telefona. Francis telefona. 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 Camu. Camu. Camu это какой падеж? И. Camu это какой падеж? Ответ на мой вопрос, пожалуйста. Beh, in italiano, какой предлог является предлог дательного падежа? У нас есть только... Di? No, это родительный падеж. Beh. Минуточку. А плюс артикул. Ау. Родительный два. Ай. 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 Суя. Genitori che vivono Brianson e Tagorat, Franzuski Gorat, V Briansone, capo è per lo A Brianson, va Franzi in Francia. Bene. Сегодня вечером Франческо... Ma это не Франческо, это Фрэнсис. Фрэнсис звонил... Это настоящее время. Звонит своим джениториям... Родителям. Родителям. Которые... Живут в Бренконе. Бренсоне. Бренсоне во Франции. Бе, Леночка. Стелла и Бруно партоно ин. Какой предлог места направления для глагола партире? Для за по. Эр? Угу. Эр? Си. Ужас какой. Пер ли стати Uniti. Uniti con l'aereo. Bene, поскольку здесь надо ставить только предлог, а не артикул, есть второй способ, где требуется только предлог без артикуля. In aereo. Con, надо добавить артикул, con l'aereo, ti правильно сказала, но здесь предусматривается только артикул, предлог, поэтому in aereo. Bene. L'abitudine, sì. У меня привычка. Мне привычка делать завтра, да. Завтра. Мне привычка. Так. Это управление конструкцией. А фары? No. Второй вариант. Обычно управление функции управления глаголами. Какой у нас есть предлоги? А, ди. Ди фары колазьоне альбар. Cioè, у меня привычка, так сказать, я привык. Va bene, девушки, больше нет времени, значит, и это упражнение закончите дома. Перли, стать уните, ди, фары, колоционы, ну, тоже как это возможно запомнить? Только посредством... Ma no, только посредством повторения. Va bene, grazie. Ci vediamo lunedì.